Сезон ремонта дорог в Новосибирске подходит к своему логическому завершению. В этом году будет обновлено большее количество городских магистралей, чем планировалось. Это стало возможно за счет увеличения финансирования национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На прошедшей неделе Анатолий Локоть проверил ход работ на улице Владимировская. Если в начале у нас стояла задача по национальному проекту 41 объект, 30 километров длиной, то сегодня мы уже говорим о том, что мы сделаем 43 километра, поскольку в ходе выполнения работ пошло перераспределение средств. Внутри субъекта нам добавили денег, это дает нам дополнительные возможности, мы увеличиваем километраж. В рамках нацпроекта улицу Владимировскую полностью отремонтируют на участке от Фабричной до Дуси-Ковальчук. Здесь заменят дорожное полотно на проезжей части, обустроят пешеходные переходы, обновят 3 светофора и остановки общественного транспорта. Протяженность участка у нас 2 километра 300 метров. Основные виды работ – это устройство выравнивающих слоя и устройство покрытия. Все это делается по технологии SuperPave. Также замена бортового... То есть это уже новая? Новая, да. Новая технология? По новой технологии, совершенно верно. 5 сантиметров покрытия СМАШ-16 и СП-22 – это выравнивающий слой. В настоящее время выравнивающий слой у нас 100% уложен, и покрытие где-то 90%. По словам специалистов, новая технология позволяет увеличить сроки эксплуатации дорожного покрытия, так как максимально учитывает особенности изменчивой сибирской погоды. Весь вопрос вяжущей смеси, она абсолютно районирована под наш климат. С одной стороны холодный, с другой стороны высокие температуры в летний период. И высокая в результате износа стойкость дорожного полотна, его прочность, большее прилегание верхнего слоя. Стоит отметить, что подрядчик справился с поставленными задачами на целый год раньше намеченного срока. Дорожное покрытие и тротуары до 1 сентября будут сданы. А уже разметка, обустройство, это, я думаю, в течение месяца-полтора сдадим. Ну а по срокам, да, 1 сентября 2021 года должны были успеть. Отдельное внимание дорожники уделяют тротуарам, большая часть которых уже обновлена. Вскоре здесь должна появиться выделенная полоса для велосипедистов, которые давно просили городские власти обустроить для них безопасный транзит в этом районе. Это будет первая велодорожка здесь, в центральном округе, специальным образом сделана. Парковые зоны и скверы я не беру в расчет. Но вот если говорить об улице города Новосибирска, то это здесь фактически первая велодорожка. Впрочем, ровные тротуары местные жители на двухколесном транспорте уже сейчас оценили по достоинству. Вы видите, мы с семьей вообще катаемся на велосипеде только сейчас, потому что раньше все равно выбоины и трещины где-то колесо всегда приходилось чинить. А тут прям красота вообще. Нам очень нравится. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.